Так, народ начал подключаться, всем привет. Так, сейчас посмотрю на втором телефоне, трансляция идет, вернее звук. Так. Так, вроде качество нормально. Так, я вас приветствую, дорогие друзья. Я смотрю, вижу, многие коллеги подключаются онлайн. И те, кто победили в первом туре, и те, кто будут бороться за победу во втором. Значит, так, сейчас отключу. Так, одну секундочку. Так, связь есть. Значит, ну что? Значит, сегодня я узнал о том, что, значит, суд муниципалитета утвердил результаты выборов в местных бельцах. Значит, поэтому можно сказать, что и мандат примара муниципалитета, и мандат муниципальных советников, значит, были сегодня утверждены. Понедельник на законных основаниях должен выйти на работу. Значит, несмотря на то, что многие наши коллеги победили в первом туре, также мы ожидаем победу от многих во втором. Значит, я хочу, во-первых, еще раз поздравить тех, которые победили в первом туре, и тех, которые будут биться за победу в это воскресенье. Значит, была очень сложная кампания, мы об этом уже говорили. Была грязная кампания, плюс параллельно происходит очень много событий в стране, которые также хотелось бы прокомментировать. Это все видели очередную попытку центральных властей якобы законно избрать нового генпрокурора, хотя я говорил, как его нужно избирать. Произошло много других событий в стране. Я постарался за эти две недели посетить почти все населенные пункты, где у нас есть кандидаты в примары. Значит, большую часть удалось посетить, некоторые из них не удалось посетить, некоторые населенные пункты в Кагульском районе не удалось посетить Итулию, некоторые другие села. Я пытался попасть максимально во все населенные пункты страны, но физически это оказалось, во все попасть оказалось невозможным. Значит, плюс, значит, воспользовавшись моментом, что пока еще, значит, мандат примара не был утвержден, я выехал в Европу, сейчас нахожусь в Германии. Значит, узнав про решение суда, значит, я выезжаю в сторону дома. Здесь прошел полный чекап, прошел техосмотр и за себя, и за того парня, как в анекдоте. Значит, на самом деле нужна была где-то перезагрузка. Я буквально несколько дней назад уехал из Бельц. Значит, сейчас уже сижу в машине за рулем, выдвигаясь в обратную сторону. Значит, помимо сел, значит, мы будем биться за победу в городах Фалешта, мой родной город, где я желаю успехов Александру Северин, я желаю успехов кандидату в примары Роману Чубачук, который чуть не победил с первого тура в городе Кантемир. Значит, я хочу пожелать успехов нашему кандидату Виктору Богатько в Рышканах, где идет беспрецедентно грязная кампания против него. Я хочу пожелать успехов Ивану Белчук, нашему кандидату в примары в Дандюшанах и вообще всем.
Есть реальные независимые кандидаты, которым также хотелось пожелать успехов. Как, например, не очень хорошая ситуация сложилась в городе Единец. Значит, хотя это уже муниципий, имеет статус муниципия. Значит, там был Константин Кожикару, как был, он и есть кандидат примара. Значит, он в свое время покинул Демпартию, но за что я уважаю этого человека? За то, что он хозяйственник, надо признать, я видел, что происходит в Единцах, да, и то, что сегодня против него ополчились и демократы, которые гасили его как бы в первом туре, и там каким-то боком присутствуют социалисты, значит, он сегодня независимый кандидат. Я знаю, что к нему разное отношение в Единцах, но знаю, что большая часть людей его поддержит. Он, по-моему, тоже набрал 49% в первом туре. И познакомившись с ним, ну, я понял, что в Единцах может быть хороший хозяин, ом-господар. Значит, параллельно за это время, значит, у нас произошли еще некоторые изменения по нашим районным организациям. Я говорил о том, что мы занимаемся перестройкой партии по всей стране. Значит, из-за огромного количества жалоб и актива и жителей, значит, у нас приостановлена деятельность районной организации, значит, Басарабяска, значит, и некоторых других. Но это все обсудим потом. Сейчас я хочу пожелать всем успехов на ближайшее воскресенье. Завтра день тишины. Значит, все люди сделали выводы. И касаемо той грязи, которую лили против нашего кандидата в Фалештах, в Рыжканах, Дандюшанах, да вообще практически во всех населенных пунктах. Вы видели, что как с цепи сорвались те же социалисты, используют методичку Плохотнюка. Они сегодня почему-то борются в стране только с нами. Понятно, для Дадона, для его рейтинга, для партии социалистов они нервничают, потому что мы их разгромили в Бельцах, мы их разгромили в Гладянах, мы их разгромили в Вулканештах, в Дроке, в других населенных пунктах. И Яргару хочется отметить. Значит, поэтому мы подведем потом анализ этой кампании. Значит, я сейчас хочу попросить, кстати, прямым эфиром всех наших коллег районных организаций. Дело в том, что, например, я был в Фалештах прошлые выходные, по Фалештскому району ездил, и узнал о том, что в первом туре там победили социалисты в двух городах и блока КУМ в трех селах, извините. Или наоборот, у социалистов три, у тех два. Но суть в другом, что они что-то кричали о том, что они будут поддерживать, брать демократов, особенно это говорил блок КАКУМ. Социалисты, как бы, они всегда брали все подряд. Я узнал о том, что все пять победителей от блока АКУМ и социалистов примаров Фалештского района являются бывшими примарами-демократами. Поэтому такая прикольная, я вам скажу, происходит борьба. Поэтому все мои коллеги с севера до юга, пожалуйста, сделайте, дайте мне анализ к моему возвращению в дороге. Мне где-то, ну, сутки где-то пилить, около 2000 километров. За рулем подготовьте, пожалуйста, всю информацию мне, касаемо в каких районах бывшие примары-демократы победили по спискам социалистов, блока АКУМ. И давайте подведем итоги. У нас, если я не ошибаюсь, есть их там один или два человека, но весь тот колхоз, который устроили они там, значит, обсудим. Вообще многое нужно обсудить, но нас ждет большая работа. Значит, мы должны продолжить политику конкретных дел и в селах, и в городах. Значит, Бельцы продолжат быть самым транспарентным и образцовым
городом в стране. Поэтому, ребят, всем успехов на воскресенье. Значит, партийным, независимым. Успехов вам всем, тем, которые реально хотят что-то изменить ради родного города, ради родной страны. А я, с вашего разрешения, тихонечко погнал. Так. Значит, там кто-то спрашивает, где я нахожусь. Значит, сейчас нахожусь в городе Баден-Баден, Германия. Так. Ну что, дорогие друзья, вам всем успехов. Значит, понедельник увидимся. С бельчанами увидимся в Бельцах. Надеюсь попасть в воскресенье уже в наш штаб, где мы будем следить и весь день за ходом местных выборов во втором туре. Также будем подводить вечером итоги и вместе с вами дальше продолжим строить все-таки другую Молдову, новую Молдову, правильную страну без этих всяких методичек плохиша, которые на сегодняшний день некоторые партии продолжают использовать. Диаста Вадорес Клатоц Сукчеса, Враус Воспонка Сынт Алетур Девой, Факуна Пила Точа Татени Карима Привеску Онлайн, Сосусцы Кандидации Ноштри, Нурашул Мил Натал Фалешт, Кантимир, Дон Душень, Рышкань, Шиналти Локалитец Унявим Примарь, ну, по такому сдал Динумире Ла Тоц Кандидации Примарь Десайте Каревем, Думне Вастры Иштиц, Локальный Чешкуноск, Кандидации Диаста Ев Порнес Прикаса, Санталэ Турдивой, Шеспер, Камприуна, Кутуата Экипа Ностр, Шамуни Чипил Белл, Шеланивил Национал, Сафачем Лукур, Кытмай Мулти, Кытмай Фурмаса, Кытмай Шесфачем Ашака, Тоцфи Курекс, Штоцфи Егали Нафаралези. Азам Вазутнем Айвини, Тоскрисвари Дела Дудон, к Ямспусчава на диспре Фарадиледжерли Каряувут Логдим партия Луждим партия Сочили Шиланка Модена Жидика Эрушинева Мастанова Вот Нишотата Нуариш Носая Поелан Целезинума Канера Форцатш Ценунт Умпояты Канера Плохотнёка Каса Шамусу Гасет Алта Пояты Бини Сукчеса Латоц, Ваюбеск, Ампорни держать День Германия с приказа. Дичь Ворбес Писпикер, Кченевая Табатка, Аспуня Летур Канкал Кледислати, ну, Нункал Кледислати, Дюарича Ворбеск, Писпикер, ну, а телефоном мэна, Шатот Луки. Бун, Вакупринт, всем успехов. Поэтому до встречи, ребята. Увидимся дома в Молдове. Все, пока.